Добрый день. В этом видео я хочу вам рассказать о установке настенного газового котла и связанных с ним проблем. То есть, когда заказываете, во-первых, радиаторы для установки, смотрите, чтобы они были не покоцанные, вот, чтобы их не царапали. При приемке, соответственно, такое возможно. Но хорошо, если это на невидимой части, там можно покрасить это все. Мы выбрали, как я рассказывал в отдельном видео, обычные стальные панельные радиаторы. Вот, ну, в частности, Royal Therm. Но они тяжеленькие, вот 37 килограммов. И мы это все ставили в загородном доме площадью 76 квадратных метров в деревянными стенами брусовыми. Вот стареньком, где было печное отопление. Соответственно, вот было обито панельками. И закупили фитинги с запасом, да, самые разные. Вот что-то даже где-то дорогое имеет смысл на Авито покупать с доставкой, потому что даже вот такой, например, новый какой-то фитинг стоит там 3000, там, на Авито его можно купить за 1500. А дальше мы, соответственно, срезали старые трубы, поставили краны на их место, заглушили систему. Вот. Некоторые старые трубы с трудом у нас выворачивались. Мастер пришел и все-таки их отрезал. Но здесь я вот сам ножовкой срезал. А случайно оказалось, я не знал об этом, у меня было залито в системе старой не замерзайка, этиленгликоль. И будьте осторожны, не вдыхайте пары, проветривайте, подставляйте тазики, чтобы все это потом не впитывалось. То есть мы сейчас, хорошо, что у нас здесь отделка съемная, мы это все будем удалять. Вот,